После инвестиционной экскурсии на торжественной части Дмитрий Казак и Вениамин Кондратьев официально открыли форум. Сочинский форум, уже сложилась традиция, он прочно вошел в деловую повестку Российской Федерации. Я хотел бы отдельно поприветствовать наших зарубежных гостей в знак благодарности за неизменный интерес к нашей стране, независимо от турбулентности, независимо от сложностей в международных отношениях. Такое представительство еще раз подтверждает, что Сочинский форум стал площадкой, одной из ключевых площадок для того, чтобы продемонстрировать инвестиционные возможности Российской Федерации и всех ее регионов. В первую очередь хотел бы поблагодарить председателя правительства России Дмитрия Анатольевича Медведева за всестороннюю поддержку и возможность проведения данного форума здесь, у нас, в Сочи. Важно, чтобы проекты, которые сегодня представлены в многочисленных павильонах настоящего форума, не остались прожектами, а были реально воплощены в жизнь. И как губернатор края я призываю вас к активному диалогу с нашими региональными инвесторами, с теми, кто готов сегодня реально вложиться в экономику нашего региона.